Владивосток, Шамара, 30 сентября 2024 года. На всем пляже наблюдается один человек и примерно миллион чаек. Сегодня тепло, понедельник, плюс 19 градусов, море практически спокойное, для Шамары стандартное. Дует легкий бриз. Вдалеке повисла над Владивостоком большая туча. Но самое удивительное, что на пляже практически никого не наблюдается. Очень приятно ходить по такому пляжу дикому, без людей. Песочек чистый, желтый. Вот так мы гоняем чаек, чтобы они не чувствовали себя как дома здесь. Вдалеке стоят скалы. Видимость отличная. Можно разглядеть суда на рейде. Море зеленоватым оттенком, но море теплое. Прям с моря теплом веет. Барашки клубятся. Здесь солнышко. А над городом черная туча. Шамаровские хребты. Красивые пейзажи, но что-то камера не может поймать. То, что я вижу глазом, не передается с помощью фото-видеофиксации. Подойдем к морю, потрогаем, теплое ли оно. Давайте. О, водичка кайф. Сейчас только купаться. Жалко, я плавки с собой не взял. 30 сентября еще можно купаться и купаться, но люди об этом даже еще и не догадываются, так как практически никого нет. Нам бы сюда пальмы на побережье, был бы вылитый Таиланд. Классно вот так погулять, когда никого нет. Друзья, подписывайтесь на канал Блок Владивосток, на телеграм-канал Блок Владивосток, ищите ВКонтакте, комментируйте, лайкайте, как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Блок Владивосток, интересные места города Владивостока и Приморского края вы можете увидеть у меня на канале. Всем спасибо за внимание и увидимся в новых видео. Это была Шамара, один из самых популярных и лучших пляжей города Владивостока. Всем пока-пока. Чайки какие-то ленивые, не хотят влетать.